Привет, ребята и девчата, и гости моего канала. Решила сделать новогоднюю композицию. Доставала елку из коробки, нашла вот такие цветы. Это понсеттия, рождественская звезда. И я решила сделать новогоднюю композицию, очень красивую. Как всегда, рамка из Икеи, старые обои. Сегодня применила способ перехода цвета. Смотрите, из бежевого в светло-коричневый. Все это уже покрыла лаком. И на самом интересном месте у меня перегорел мой пистолет. Что я теперь делаю? Нагреваю палочку и леплю как попало. Конечно, красоты это убавляет, потому что слой толстый. Ну вот, леплю рождественскую композицию. Сейчас сделаю и покажу, что получилось. Вот, девчата, что получилось. Делала я эту картину под свою японскую комнату. Здесь бордовая, блестящая. И она сюда очень хорошо вписалась. Вот такая симпатичная получилась. Здесь и светильник такой же. И всякие блестяшки. И бордовый цвет. Весь процесс не показываю, девчонки, ну просто лепите, как вам хочется. У каждого же свое, у каждого свой интерьер. Но у меня вот получилось так. Ну, вот пока-пока.